спокойствие или нервы, скорость или первый, до упора или в меру. Это твое личное дело. Это твое личное дело. Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого. То, как себя проявит однажды. Их толпа воздвоя ран за гаражами. Бежать или остаться корешами. Личное дело каждого, решайте сами. Навязчивая мечта зеленых бумажек. Пример того, как уйти.